А это святая святых для нью-йоркских крыс. Как-то двузначно прозвучало это все. Ну, к слову, как бы здесь на мусорных движениях, на свалках. Господи, на свалках. Ну, короче, мусор вывозить — это достаточно прибыльная тема. К слову, люди зарабатывают на этих, на сборе мусора 10 в месяц. То есть официально трудоустройство, какие-то супер лицензии иметь не надо. Ну, может, водителю разве что. И то сильно вряд ли. То есть здесь вот написано don't litter, что означает санину и говнину не выкидывать. Вот. Такие вот веселые тачки. Сейчас я еще покажу. Блин. Тут идешь. Кругом воняет. Шмалью. Каждый третий, второй чувак тут конкретно шмалит. Так, а я, короче, конкретно заблудился, походу. Так, да, мне нужно было, блин, свернуть налево. Ну, короче, вот он, супертранспорт мусорный. Здесь же снегоочиститель. Ебать, я зашел. Да, кстати, по поводу разъебанных домов. Вот, это Нью-Йорк. Так, Райна. Так, а мой склад, походу, это там. Ладно, сейчас будем разбираться.